Если вы хотите, чтобы ребенок вас слышал, необходимо, в принципе, сформировать вот этот паттерн взаимодействия ребенком на уровне смысла. Вот, значит, это непростое занятие, вот, но как бы ребенок сам будет понимать в какой-то момент, что вы с ним разговариваете по делу, а в какой-то момент вы с ним разговариваете без дела. Значит, то, когда вы говорите по делу, вот, вы говорите таким образом, чтобы ребенок обязательно фиксировал на ваш свой взгляд, чтобы вы, в общем, у вас был глазной контакт, да? Вы должны быть доброжелательны при этом, вы должны быть в этот момент уверены сами в себе, вот, в том, что вы говорите, вот. Вы должны говорить так, чтобы у вас был отклик на то, что вы говорите, не монологом, да, а короткими предложениями, короткими фразами, в которых ребенок может вставить какую-то ответную реакцию, да?